У областной налоговой новый руководитель. Им стал 32-летний Алексей Тимарцев. В Запорожье он человек новый. До этого работал в Макеевке Донецкой области. Сегодня состоялось его официальное представление. Побывали на нем и наши корреспонденты. В зале областной налоговой представители прокуратуры, таможни и судов. Возле трибуны два букета цветов. Один для руководителя старого, второй для руководителя нового. В начале заседания первый заместитель ГНАУ зачитывает указ об увольнении Ивана Ковальчука. Звільнити з 15 квітня 2010 року Ковальчука Івана Михайловича з посади голови Державної податкової адміністрації у Запорізькій області за власним бажанням. Первый букет переходит в руки уже бывшего главного налоговика. Экс-начальник молча занимает свое место. В свою очередь первый зам говорит, Иван Ковальчук остается работать в администрации. Иван Михайлович в силу своих возможностей, своей профессиональной подготовки и квалификации поможет новому председателю администрации войти в курс дела и выполнять те поставленные задачи. Далее первый зам зачитывает указ о назначении нового главы. Алексей Тимарцев работает в налоговой сфере с 1998 года. Последние несколько лет он возглавлял налоговую администрацию в городе Макеевка Донецкой области. Говорит, сегодня перед запорожскими налоговиками стоит несколько основных задач. Это наполнение местных бюджетов и борьба с теневыми зарплатами. Буквально час назад мы провели первое совещание, послушали общие проблемные вопросы, связанные с наполнением бюджета. В детали будем вникать в самое ближайшее время. Далее свои наставления дает губернатор области. Опираться на норму закона, потому что дура лекс, сед лекс. Закон суров, но такой закон, и это должно быть написано на этом здании. Все приходящие сюда должны относиться к налоговой именно с такой как бы, точки зрения. Напоследок новый глава налоговой администрации получает свой букет цветов и поздравления от представителей местной власти.